привет и добро пожаловать в новый влог. У нас понедельник, утро. Я не в школе, потому что я решила, что я не буду ходить в школу пока что. Мне нужно поправиться. Все-таки я чувствую себя не очень хорошо. У меня болит голова, у меня нос текет. Поэтому это не очень комфортно сидеть в маске и шмыгать носом. И я могу еще заразить кого-то другого, поэтому я решила поболеть. Отвела его в сад и позвонила к своему врачу, и мне сказали, что чтобы получить справку о том, что я болею, мне нужно сдать ПЦР-тест, и тогда я могу попасть в их клинику. Я говорю, а что, прививка моя не катит? Он говорит, нет, с прививкой тоже вы можете болеть короной, поэтому обязательно тест. Без теста мы не принимаем. В общем, сейчас буду... сходила в магазин. Купила там кое-что чуть-чуть, и сейчас буду смотреть в интернете, где ближайшие эти пункты, где я смогу сдать свой тест. Ну и быстренько что купила? Купила бананчики, лук такой, сыр такой, цукини, миндаль к чаю, ой, кофеечку, лимоны буду лечиться, хлебушек такой маленький, мини-бикини. С зернышками, две пачки, мужу булочки. Буду готовить сегодня обед, покажу какой. В общем, утеплилась, заполнила там форму на сайте, поеду сейчас в аэропорт, там есть 3 пункта, где можно сдать этот тест ПЦР. Также прививку, по-моему, там тоже можно сделать. Нужно было анкету заполнить, пришло уведомление, в общем, сейчас пойду сдавать этот тест. Я еще ни разу, кстати, не делала. У меня такая кофточка, это тепленькая, прям вообще. Это мне муж покупал, и сколько уже? Ей ведь 4 года. Я еще беременная в ней ходила уже 5 лет кофточки. И достала свои черевички. Давно не одевалась, или не успеваю их одевать. Такие ботинки очень удобные, классные. На осень вообще идеально. На улице, кстати, у нас очень холодно. 11 градусов. И вообще вся неделя обещает такая быть, там 15-17. И солнышко все уже нет, дождик обещает. Посмотрим. К нам пришла уже осень. Бабье лето, я так понимаю, закончилось. Бабье лето было замечательное, 27-28 градусов. Все, теперь ждем зиму. Пора уже утепляться и теплые вещи доставать. Но пока еще все зелененькое. Я жду уже золотую осень. Надеюсь, она будет. А то какие-то странные листья валяются. Какие-то черные, коричневые. Сейчас шли первоклассники. Не знаю, почему сегодня. Наверное, у них сегодня начинается учебный год. У них вот такие штуки в руках. Это здесь принято, когда в первый класс идешь, то такую штуку, я не знаю, как она называется. В общем, когда Ева пойдет, я узнаю. Ну, это такой подарок туда со сладостями для ребенка. В России торты пекут, а здесь вот такое. И здесь дети ходят обязательно сопровождение. Дорогу перейти они не могут сами. И специально такая работа есть у людей, переводить детей через дорогу. Я не сняла этого мужчину. В общем, там стоял специально мужчина в жилетке. И когда определенное время, когда дети подходят, он их, в общем, всех переводит через дорогу. Загорается зеленый, он вместе с ними смотрит, чтобы они никуда не побежали. И там еще было 2 учителя сопровождения. В общем, здесь все серьезно. Когда малыши, то за ними очень внимательно смотрят. И чтобы ничего не произошло. Так интересно. Я когда первый раз это увидела, мне так было интересно. Мне Миша рассказал, какой ничего себе. В России, я не знаю, есть такое же, нет. Но здесь это специальный человек работает. И вот он целый день детей переводит через дорогу. Я пришла домой. Пока шла, не стала много, не могу говорить, потому что в нос свежий воздух попадает, хочется все время чихать. В общем, этот тест делается очень-очень быстро. Просто палочку в горло, не в нос, никуда, как Еве в нос и в горло, и она плакала. В общем, в горло, и все. И так быстро, я, наверное, дольше заполняла этот на сайте анкету, эту регистрацию. Пришла, показала Ausweis, ну, свой этот, не паспорт, а что это? В общем, Ausweis показала, вид на жительство. Ну, типа паспорта, да. Показала.
И все, у них там все в системе есть, они мне дали эту штучку, я была вторая в очереди, быстренько чик-чик, все, ушла. Дольше, наверное, заполняла и дорога. Ну, у меня было рядом, поэтому я на машине не поехала. Сколько там? 3 остановки на метро, и аэропорт у нас вот рядышком. Так удобно, когда в аэропорт можно приехать на метро. Да, обычно нужно ехать на автобусе, на такси, как в Питере, я помню, или автобус, или такси. Такси стоит очень дорого, а если пробка, да, то можно опоздать. А здесь вот сел на метро, и ты уже в аэропорту. Очень удобненько. Сейчас буду готовить обед. На обед у меня будет, не знаю, такое произвольное мое блюдо, как обычно, рагу овощное с чечевицей. Лук, 2 цукини, морковка, лук-порей, я так понимаю. И чечевица. Чечевицу я на ночь замочила, 3 минуты, и она готова. Закипела вода, я сняла, и сейчас я солью. Ну, в принципе, ничего страшного, что он так постоит, но я сейчас солью уже, чуть-чуть остынет, и солью, и все, чечевица у меня готова. Посолила чуть-чуть. Сейчас все порежу и буду обжаривать. Лежу, лечусь. Пришел мой тест вчера вечером, поздно вечером пришел на электронную почту мой тест. Конечно же, негативный. И так интересно, пришло 2 письма. Сначала пришло письмо с паролем, а потом, типа, пришло следующее письмо, и там ссылка, и нужно ввести пароль, и тогда я смогу увидеть свой результат. В общем, никто другой не может его увидеть. Не знаю, в чем, что за секретность. Вот, и сегодня утром я ходила уже к своему врачу и попросила больничный на неделю, потому что я вроде как бы нормально сначала с утра себя чувствую, потом на улицу вышла, все, у меня от холодного воздуха там внутри все этот, сразу чихать хочется и больно дышать, даже в маске мне было бы, наверное, комфортнее идти. Вот, сходила к врачу и домой, теперь буду лежать, отдыхать, конечно, домашние дела чуть-чуть поделала, не без этого. Сейчас буду лежать, лечиться и делать уроки, потому что меня не будет целую неделю в школе, и я очень много пропущу, новые темы, скоро экзамен, я не знаю. Сейчас, в общем, буду учиться. Всем привет. Такая у меня дочь большая, прическу не наводит, да? Да. Но мама все учит. Грызет гранит. Решили проехаться на моей машине. По делам сейчас поедем в магазин. Это нужно еще кое-куда. Я на пассажирском. И когда с мужем, то я всегда на пассажирском, потому что за рулем с ним невозможно ездить. Я езжу неправильно, по его мнению. Моя машинка такая маленькая. Маленькая, но очень уютненькая. И быстренькая.
зелень, ни одна готовка не обходится, да? Тут вафли решили замутить к чаю. Сладкие, присладкие. Эй, красотка, ты с ума сошла? У нас вечер, да? Да. С Евой вместе провождение. Мама купила такую книжку. Такая книжка, в общем, надо одевать девочек. Мы уже одели, да? Кого мы там одели? Балерину. Да, я покажу. Ева, отпусти, пожалуйста. Вот. Сережки, Ева тут цветочки клеила. Видите, вот так вот юбка немножко не попала. Ничего страшного. В общем, учимся. И будем дальше одевать, да? Да. Да. Сейчас. Мы сегодня на улице, кстати, погода такая. 23 градуса. Бабье лето.